Во всероссийском объединении болельщиков назрел раскол. Члены организации заявили министру спорта Виталию Мутко о недоверии действующему президенту Александру Шпрыгину. По их мнению, руководитель не справился с реализацией многих задуманных идей – введением членских карт, созданием системы бонусов и страхования болельщиков. ВОП не должен упираться исключительно в организацию поддержки сборной и распределение билетов. Это должен быть действительно то, что мы вот говорили и декларировали. Пора это сделать, чтобы ВОП действительно стал настоящим профсоюзом болельщиков, и любой болельщик мог бы в него обратиться и получить какую-то проблему, консультацию, как юридическую, так и любую другую. Теперь организация созывает внеочередную конференцию 30 января, где может быть избран новый президент. Приглашения уже разосланы всем главным футбольным чиновникам. Станет ли простым болельщикам лучше при новом президенте, пока большой вопрос. Но ВОП такая организация, где результат или его отсутствие станут заметны сразу. Георгий Андрушкевич, Евгений Лешин, Никита Токарев, Инфокс.